А сейчас я с огромным удовольствием приглашаю на сцену народного артиста Советского Союза, лауреата государственной премии, лауреата премии Ленинского комсомола, друга Юрия Гагарина, Иосифа Кобзона. Как хорошо, что страна и самые лучшие люди продолжают чествовать нашего прославленного соотечественника, человека Вселенной, человека, который совершил подвиг не только ради Советского Союза, не только ради России, но ради всего человечества. Он и, конечно, гений Сергея Павловича Королёва совершили фантастический прорыв, интеллектуальный, технический, человеческий, какой угодно. Я считаю, что Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов низко поклонились этим ребятам и их первому открывателю космоса Юрию Гагарину. Поэтому хочу пригласить нашу легендарную Александру Николаевну Пахмутову на сцену. Спасибо. Спасибо Георгию Константиновичу Масалову, что он пригласил меня. Я и Николай Николаевич, Иосиф пригласил, говорит, прекрасно уже уникальный вечер, уникальное собрание. Поэтому прежде чем вот прозвучат песни, всегда есть что сказать. Вот мне было очень интересно послушать то, что говорил Георгий Константинович Масалов. И я вспомнила, как однажды мы были у Георгия Константиновича и Галины, были на дне рождения. И я помню, там был еще Ян Френкель, была премьера песни «Журавли», он играл. И вдруг, это было 2 мая 67 года, и вдруг позвонил Юрий Алексеевич. Позвонил, поздравил Юрия Алексеевича с днем рождения и позвал меня к телефону и говорит: «Алечка, я хочу сказать тебе и Коле, передать благодарность за песню «Нежность» от Володи Комарова. Он просил передать вам это. А это был последний полет Комарова». Вы понимаете, все, что связано с космосом, с космонавтами, может быть, поэтому они так дороги нам, что это огромные герои, и с другой стороны, вот такие люди, которых надо беречь, иначе они могут погибнуть, даже как любой человек. Поэтому для нас вот эта встреча, вот в этом зале, она необычная. Это наша любовь, это наши песни, это прекрасные годы жизни, когда мы встречались с этими людьми. И мы можем, я просто боюсь вас заговорить, но я хочу еще один маленький, просто потому что это штрих к характеру Юрия Алексеевича. Вы знаете, мы же знаем всегда парадная, так сказать, часть жизни космонавтов, но не всегда задумываемся, чего это стоит, вообще как это все. И обычно вот такие знаки внимания, знаете, как говорят, народная любовь беспощадна. Вот просьба автографа, какие-то еще просьбы. У космонавтов это в таком количестве, что очень редко я не встречала вот такого человека, как Гагарин, у которого бы не было такого раздражения. Нам довелось быть вместе на съезде комсомола Украины в Киеве. Ну, были мы в числе небольшой такой группы гостей. И вот подошла сразу молодежь к Алексеевичу, из кучи коронек, открыток, вот автографы. Любой человек, никто бы не смог скрыть раздражение. Понимаете, это невозможно. Что делает Юрий Алексеевич? Он говорит: ребята, вот так не надо. Вот давайте мы так, вы разберитесь вот по областям. Вот пусть будут теперь открытки Киевская область, Сумская, Харьковская, все. И я это сегодня вечером, ночью все сделаю. Так и сделали, и мне выпала честь. Я себе так подавала эти открытки, он расписывался. Без тени раздражения. Вот это я не верю, что такой второй человек на Земле еще есть и будет. Вот. Но это не самое, наверное, главное в нем, о чем это будет говорить, но это говорит о том, какой это был человек. Юрий, давай петь. По-моему, при мне однажды мы выступали вместе. Такой был конференсье Борис Брунов, Борис Сергеевич. И он, это была первая встреча Юрия Алексеевича, и он говорит: «Юрий Алексеевич, напишите мне автограф
чтобы мои соседи сдохли от зависти. И Юрий Алексеевич ему пишет на открытке: если плохие соседи, пусть сдохнут. Век 20-й, век больших разлук, и тебе сейчас трудней, чем мне. Ждать труднее, чем идти на риск. Между нами миллиарды звезд, между нами радиации, яростный дождь, но в небо с далекой земли долетает твоя нежность. Может, надо улететь, чтоб знать, сколько в мире алых солнц и лун. Может, надо улететь, чтоб знать, как беспомощно мала земля, но огромна лишь одна земная любовь, и здесь во вселенной меня согревает твоя. Я лечу, а на меня глядя, воспаленные зрачки планет, слышу ласковое пение звезд, среди голос неземных светил. Вселенной меня окрыляет твоя нежность. А тебе еще осталось ждать ровно столько, сколько мне лет. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. И где-то вдали чётко молчали и спит космодром. Новые люди придут, только друга не вернем. Звезды под утро цветут незнакомым огнем. Мы снова вспомним о нем, о ласковом друге своем. Вспомним звездный печат и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра полет провожал. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем, нам он оставил любовь и тепло. Все он оставил живым, кроме права делать зло. Вот мы о нем говори, и на сердце светло. Мы снова вспомним о нем, о ласковом друге своем. Вспомним звездный печат и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра
полет провожал. Станет светлее, где-то чуть слышно вздохнув камыши. Новых друзей ты поскорей заводи, не спеши. Знал, не вернувшийся друг, это преданность души. В смутном предчувствии вьюг все не спят камыши. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал. Звездные стихи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как бесконечная память о нем. Будут улыбки побед, только друга не вернем. Светит в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал. Пламень был игра, замер, как
космодром, и сказал негромко он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый стан земли был признанием ей в любви. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? На руках весь мир его носил. Сын земли звезд нежен был и прост, людям свет как данка нес. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, ведь смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром. Говори, поехали, и живой звездой, словно вдоль по Питерской, Питерской несется над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской несется над землей. А поколение космическое.